Следующая история. Еду я на машинке. И по радио передают детский мицеллярный витамин D. Усваивается на 50% лучше, чем обычно. Я со своего опыта скажу. А вы знаете, что такое мицеллы? Что такое мицеллярный? Мицелла — это вот частица, заряженная частица. А вокруг нее образуется, за счет того, что она заряжена, притягиваются молекулы воды. И образуется такая вот оболочка. И вот эта вот, как бы сказать, частица с водной оболочкой называется мицелла. И самая мицеллярная вода, которую тоже рекомендует мицеллярная вода, промылся она, все это смывает, это наша моча. Уж она состоит из мицелл природных, что ни на есть. Мицелла на мицелле и мицеллой погоняет. Так что если хотите что-то растворять, увлажнять и так далее, это самое лучшее средство, причем в свежем виде, чтобы вы понимали. Далее, что касается вот этого витамина D, детского там или еще какого-то. Ешьте просто рыбий жир. Вот рыбий жир — это самое природное состояние, в котором там находится этот витамин D. Вот. Не надо там этот рыбий жир как-то там дробить или еще там, я не знаю, эмульгировать или там взбивать его, что там получались эти мицеллы. Он и так будет нормально усваиваться. А вообще-то, как говорили, вот ручки вы выставили на солнышко, буквально таки на 5 минут. И причем, может быть, погода и не солнечно. И этого достаточно, чтобы у нас вырабатывался витамин D у деток. А вот, что касается дальнейшего его использования, вот тут надо посмотреть, дефицит за счет чего создается? Не за счет того, что мы его не потребляем. Мы его потребляем достаточно из окружающей среды. А вот дальше, кто его потребляет помимо нас? Это вот важно понимать. И тогда будет все нормально. Это что касается витамина D.